нас человеческая катастрофа, кончилось электричество. Сразу образовалась движуха. Вспомнили, что есть генератор. Я вспомнил, потому что у нас будет кусок провода, чтобы зарядку от него включить? Ну, найдем, конечно. И не один. Можно даже сразу к розетке его прикрутить. А, ну, кстати, пилот какой-нибудь большой. Да. Так, а какие у нас... Хоть в сеть подавай его там. Да, какие у нас есть ключи? А какие надо? Ну, есть заводной. Есть заводной. Надо... Отвертка разводная. Надо посмотреть. Ну, принеси разводной, наверное, для начала. Надо проверить, есть ли у него масло в картере вообще. Ну, скорее всего, это заливной, а вот это вот сливной. Надо посмотреть, польется ли оттуда масло. Так. Это наши спудни. Они погрузились во тьму. И, откровенно говоря, если посмотреть перспективу, то не только спудни погрузились во тьму. Во тьме сейчас пребывает, похоже, весь район. Можно, кстати, настроиться на частоту этих, как его, энергетиков, и узнать последние новости. Ну да, у меня же есть частоты эти. Я думаю, их даже отсканировать можно. Да, это наш туннель. Кстати, туман. Ага. Туман пошел. Классный такой туман. Вот хорошо видно, что в спуднях нигде электричества нету. Тьма. Тьма окутала Владимирскую область. Произошла человеческая или катастрофа. Теперь-то понятно, что интернет лагает. Просвечивает. Через вот такой туман. Понятно, где упасть. Да, ну судя по всему, огни нету из Демидова. Да нигде ничего нету. А где тут подстанция вообще находится? Ну, Ильичев есть, Демидова есть. Это сдох какой-то луч 10 киловольт. Да, это не трансформатор какой-то. Это и похоже, что не один. Пойдем ключи искать. Ключи? Ключи, да. Ну, разводную отвертку. Ага. Лаксианский ключ. Это так, надо... Кто-то должен следить за печкой. Да. И за водой. Что он собрался делать? Проверить, есть ли маска в нем и вообще почистить. А, и тряпочку. Тряпочку это надо тут где-то выискивать ее. Вот, смотри, это не подойдет. Это вата какая-то. Да, вата из киловатта. Она будет... Так, это ведро, судя по всему, вскрывшееся, что тут стоит. Оно сдохло. Ну, я его там оставил. Оно там стоит, вон. А-а. У него снег накидай, башуруди выкинь, там большой мусор. Понятно.